Ежегодно детей без родительского попечения становится все меньше. В 2010 году Павлодарская область насчитывала 19 организаций. Это детские дома и детские деревни семейного типа, школы-интернат, приюты и дома юношества. В настоящий момент функционируют всего 11 организаций. В детских домах и детских деревнях созданы все необходимые условия для полноценного воспитания и развития детей, оставшихся без родительского попечения. Имеются уютные дома-коттеджи, разнообразный рацион питания, тренажеры, игровые площадки и многое другое. Дети посещают общеобразовательные школы, а после занятий участвуют в творческой деятельности, ходят на кружки и секции. В нашей детской деревне проживают дети из различных семей, различного возраста и разное количество по времени. Но приходя сюда, они встречают доброту, улыбку воспитателей и комфортные условия. Здесь им созданы все благоприятные психологические условия для их развития, для их жизни, для их воспитания и будущей адаптации в жизни. Своим вниманием и заботой детей окружают мамы-воспитатели, медицинские работники, педагоги дополнительного образования. Но главным человеком для воспитанников детских домов являются руководители этих учреждений. Они являются опекунами детей, представляют интересы и защищают права каждого ребенка. Их поистине можно назвать людьми с большим сердцем. Дарите людям доброту, заботу и любовь, понимание и мечту. Дарите вновь и вновь. Пусть и награде мысли нет, и никогда не будет. Отвергни сердца теплый свет, тебе подарят люди.